большое количество людей сходило на эти допросы. То есть ты претендуешь на то, чтобы быть конкурентом Starbucks? Наверное, я живу с какой-то травмой. Почему Новиков может быть, а вот Алибеков не может быть? Что за амбиции у вас, Бейбит Алибеков? Во сколько лет ты купил свой первый Бентли? 23, наверное. То есть люди подумали, что я богатый. Кто вот это все разрабатывает? Это я в Word'е. Правда? Да. Все, что я делаю ради детей. Есентай Сити раскрутил ты. Ну, давайте снимем, как Бейбит Алибеков нарушает правила дорожного движения. 6 лет я не в браке, ребята. Seven to seven. Проходите, проходите. Как здесь уютно. Ты, главное, еще не посмотрела, но молодец. Как здесь уютно. Не, ну мне нравится, очень симпатично. В общем, ты здесь продаешь свои футболки. Здесь же назначаешь встречи, да? Честно говоря, нет, потому что территориальная в основном в верхней части города. Но это наша первая локация из сети большой, которую мы строим, на которой мы чуть-чуть экспериментируем. Слушай, мы продолжаем. Ты лукавишь, что это первый твой эксперимент. Нет, я была из, у тебя в Сентай Сити. Из вот этой сети, Seven to Seven. Да. Но Алибеков кафе все-таки это кафе такое очень, ну, претендующее ресторан, название. Да. Ресторана очень хорошего. Здесь... То есть там было очень вкусно. Да, спасибо огромное. Да, сырники были вкусные. Да. Ты и казачков, по-моему, до сих пор помните. И сырники, знаешь, и мороженое, что ли. Не мороженое, помнишь, эклерчики у вас были очень длинные. Динары впечатляют размеры, да, обычно. Поэтому же в Астане, да, там же все большое, да. И эклер у нас был невероятный. Девчонки почему-то... Ну, видимо, не хватает. Это твоя бурная, в общем, фантазия. Расскажи, почему ты решил открыть вообще кафе второй раз, потому что... Нет, это не кафе, то есть, смотри. Кофейня. Мы ходим в Starbucks. Вы гангстеры? Нет, мы казахи. Это большая культура, большая философия, это стабильное качество. Да, может быть, там эстеты скажут, не самое лучшее, тем не менее, в любой стране мира, идя в Starbucks, ты идешь за каким-то качеством, да, к которому ты привык. Да, люди могут сказать, там, ой, не такой, но тем не менее. Мы в последнее время работаем над философией того, что мы в Казахстане можем делать классные продукты. И не хуже, чем в Starbucks. И начали мы с того, что... То есть ты претендуешь на то, чтобы быть конкурентом Starbucks? Да. Это, то есть, не, ну, а зачем придумывать велосипед, если он уже придуман? Нам просто надо повторить и сделать чуть лучше. У нас более светлый концепт. У них такой лофт. Да. Мы более светлые, мы алматинские, у нас много солнца. А почему ты назвал 727? Началось все с того, что мы жарим кофе, да? То есть мы в целом хорошо жарим. Не только кофе касается. И мы купили классное... Кого ты жаришь, Бейбит? Вообще, ты до сих пор не женат, непонятно, кого ты жаришь. Вот, у вас что-то ломается уже тут. Не успела я прийти. Вот пришлось и сломал. Да, все началось с кофе. Все началось с того, что... Мы такие, что в тренде? Кофе, спортивная модная одежда, кроссовки, ну и все. Да, короче, ты из анализа, да? Ты посмотрел, да, мы что начали продается лучше всего? Жарить кофе вначале. Мы делали это на аутсорс, мы смотрели, как это происходит. Мы открыли Алибеков кофе. Люди смеялись, типа, в Казахстане где растет кофе? Вот итальянский, а где в Италии растет кофе? Нигде. То есть также мы получаем кофе, делаем бленды. У нас партнер Марко. Сейчас мы купили самое классное оборудование Гиссен, на котором делаем алматинский казахский кофе, который поставляем... Откуда вы привозите кофе? Есть такой секрет. Ну, вот голландцы, они весь мир победили. То есть хаб в Роттердаме. Ты в Роттердаме выбираешь все, что тебе нужно. Там Кения, Индонезия, ну, как правило, Бразилия. То есть там оптовка, да? Там, да. Там хаб, на котором ты можешь это все консолидировать, привезти сюда и делать самые лучшие алматинские кофе. А кем ты это делаешь в партнерстве? Со своей командой. Ну, то есть у нас Марко, это муж Акзеры, который у нас работает, он занимается обжаркой этого. То есть ты с ним 50 на 50? Не знаю даже как. Наверное... Или он работает на тебя? Нет, мы с ним партнеры, да. Просто видишь, так как этот бизнес все равно, то есть он как стартап.
То есть он развивается, растет, растет, мы работаем там. Он не приносит каких-то фантастических денег. Мы еще не там садились и не распределяли доли, да? Тем не менее, потому что для нас важно выстроить экспорт, да? У нас был очень хороший экспорт в Россию до всех этих событий. Это вот просто вы сели в один прекрасный день и решили, давай жарить кофе. Мы еще до Марка решили. А потом пришел Марк. С Акзерой. А потом Акзера вышла замуж за Марка. И на Марка, да. Короче, все повесили. И, ну да, да. Он думал, итальянцы самые умные, да. Казахи умнее. Здравствуйте, можно что-нибудь заказать за счет Бейбута? Конечно. Самый дорогой кофе, пожалуйста, мне. Ну, наверное... Вообще, я хочу, знаешь, я хочу фраппучино. Есть? Знаешь, в чем проблема? Мы не можем написать фраппучино, потому что фраппучино – это название, которое запатентовал Starbucks. Тогда я поняла. Алматинский фраппе? Фраппе, да. Алматинский, да. Давайте. Алматинский фраппе? Да. Да, извиняюсь. Из какого города? Из какого города? Нур-Султан. Жанна Аркена. Да. Ой, а ты из Кызылорды, поэтому не надо. Как будто сам, знаешь, алматинец. Слушай, а вы сами придумывали название, да? Алматинский фраппе, крем-брюле, карамельный, сифон, френч-пресс. Сифон – это метод заваривания кофе в сифоне. Можем заварить вот так, кстати, если хочешь. Ты ждешь президента к себе в кафе? Ну, точнее, больше ребята ждут, да. А ты? А я, честно говоря, не верю, что такое может произойти. Почему? Не знаю как-то. Мы же… Это вы в Астане там привыкли где-то видеть каких-то… Не, ну почему? Почему нет? Президента, он же поддерживает малый бизнес. Я думаю, что он с удовольствием придет. Не, ну если это будет, я буду в диком восторге. Честно тебе скажу. Прикинь, вот сюда заходит президент и говорит: «Ой, молодцы, ребята. Локальный бренд 727, потому что код города, да? Мы делаем алматинский кофе. Вы молодцы, вы стараетесь, вы что-то делаете. Это просто даст духу всем, не только, допустим, мне или кекс-группу. Даст духу всем, что мы должны саппортить локал. Саппорт локал – это должно быть самым главным. Потому что завтра мы все… Мы уже экспортируем кофе, да? Завтра мы все выйдем за рубеж, рано или поздно. Потому что то, как бизнесмены работают в условиях там, Казахстана, Алматы, это врагу не пожелаешь. Девальвации, какие-то кризисы, войны, январские события, пандемии. Но все равно, если посмотреть на наших соседей, там, даже на Россию, на Украину, да, то мы живем сейчас лучше. Ну, к сожалению, на самом деле мы живем лучше. Почему? Потому что, ну, вот так все происходит. Ну, вот я, например, не знаю. Я рада, что наш президент сегодня это Токаев. Спонсор нашего выпуска – администрация президента Республики Казахстан. Давай сядем. Сегодня мы будем готовить альтернативный метод заваривания кофе при помощи бульбулятора. Мини-бульбулятора, или же, правильно сказать, сифона. Кофе Алибеков, да? Кофе Алибеков, да. Так, это не опасно сейчас? Ярослав, мы, я так понимаю, где-то до вечера здесь сегодня будем сидеть. Ну, такими темпами, скорее всего, и до утра. И до утра, да? Это такой классный способ заманивания клиентов, да? Причем очень недорогой, да? Сколько стоит сифон? Сифон стоит 1800 тенге. А мой алматинский фраппе стоит 1500. Полторы тысячи. Заметь, то есть мы дешевле, чем мировые сети, при этом мы отнюдь, у нас, честно говоря, даже чуть... Объективно, то есть у нас работают ребята, которые работали там в других сетях. Во всем. Да, на них. Короче, вас хантили. У нас, ну то есть зачем нам выдумывать велосипед, если есть огромная корпорация, у которой целая культура. Поэтому нужно сказать спасибо Старбаксу, что они вообще пришли к нам на рынок. Спасибо Старбаксу вообще за все. Обучили, и теперь Бейбут может открывать свои кофейни по Казахстану. Ну и причем делать это лучше и стараться. Вот мы специалисты в кофе, мы, может быть, не можем всем спешлти кофе подавать, но качество мы даем, мы разбираемся в продукте. Приходя там в любую кофейню, можете, ну, с чего начинается там театр с вешалки, да, там ресторан с туалета, кофейня. Вы посмотрите просто на стаканчик, да, у нас стаканы брендированные Хухтамаки. Это очень дорого. Почему мы на это идем? Потому что они безопасные. Они безопасные, они безвредные. Когда вы наливаете сюда кипяток, ничего не выделяется, это проверено. А сколько вы времени годами готовились к открытию этой кофейни? Ну, месяца три. Может, то есть вот эти стаканчики заказать, я не знаю, ремонт сделать, дизайн продумать,
маркетинг. Три, но мы продолжаем. То есть почему мы сейчас, мы должны были уже на данный момент иметь точек 7-8. Мы не можем мультиплицироваться все потому, что мы не можем добить формат до конца, работающий механизм. Нас все просят продать франшизу. Нет, мы сначала вообще свою мини-сетку построим. Посмотрим, как этот завод работает. Если схема рабочая, мы начнем продавать франшизу. Это была твоя идея или Кекса? Это наша совместная идея. То есть мы хорошо со Асхатом общаемся, да. И решили, давай что-нибудь придумаем. Ну, именно кофе. То есть, так как все-таки мы специалисты в кофе, у нас там есть марко, есть итальянцы, есть понимание, мы давно этим занимаемся. Ребята специалисты в мультипликации, они очень быстро растут, они делают классные продукты, и вот мы объединились. То есть идея делать все казахское. У нас играет казахская музыка. У нас, к сожалению, стаканчики финские, но это только исходя из безопасности наших клиентов. Слушайте, вы сейчас будете ложечкой наливать, да? Нет, конечно. Этот метод заваривания кофе заключается в том, что при нагревании нижней колбы по действиям физики сам кипяток поднимается вверх, смешивается с нашим продуктом, с нашим очень вкусным кофе. Слушай, ну классно. А скажи мне, Алибеков кафе тоже был классный проект. Вообще, что происходит сейчас с Пармезана Групп? Я не знаю, что происходит с Пармезана Групп. Лучше, наверное, спросить у них. То есть, как только Пармезана Групп ушел здесь Синтасити, нам, к сожалению, пришлось закрыть Алибеков кафе. Хотя проект был классный. Очень успешный, мало того, что... Слушай, но я тебе хочу сказать, что и Синтасити раскрутил ты. И мне кажется, что ты был такой, знаешь, магнит, центром притяжения, потому что сейчас я приезжаю в Алматы, я вообще не езжу в Синтасити. Раньше мне прям нравилось туда приезжать, потому что, ну, целая сеть ресторанов, и ты... Ну, раньше был такой вайб позитивный, да, там... люди прям приезжали... Твои автомобили, такая выставка Lamborghini, Rolls-Royce. А я тебе больше того скажу, люди, когда покупали даже какую-то машину, да, ну, они там какую-нибудь BMW купят, и они специально, они долго вокруг и рядом вставали, для них это классно. То есть они специально приезжали в Синтасити, чтобы показать свою машину. Да, и в целом половина клиентов, то есть что мне удалось создать впервые, наверное, в практике Алматы, именно celebrity place, то есть celebrity ресторан, когда ты ходишь в рестораны там в Лондоне и так далее, которые принадлежат там каким-то знаменитостям, ты всегда думаешь, вау, как классно. И в Алмате мы сделали то же самое, потому что половина клиентов это были люди из регионов, да, то есть Астаны, из Атырау, там из Уральска, из любого города. То есть в основном половина людей приходили просто как сделать галочку, типа мы приехали в Алматы, мы сходили в Алибеков кафе. Мы посмотрели на всю эту атмосферу, мы, возможно, сфотались с какими-то известными людьми, которые туда ходили, да? А тебе не предлагали основные владельцы, да? То есть мы выяснили, мы же все это время думали, что это все принадлежит Алмасу Абдыгапарову, да? А выяснилось, что там совершенно другие люди. То есть они тебе не предлагали, окей, с Алмасом Абдыгапаровым произошли такие события, да? Но ты же бизнесмен, ты же мог остаться? Нет, они, по-моему, больше настаивали, чтобы я уехал, да? И ты как раз магазин свой открыл? И магазин я в итоге там закрыл, потому что там со мной разорвали аренду. И кафе, но владелец самого помещения, в котором было наше кафе, он был не против. То есть, тем не менее, это классный опыт, то есть мы поработали с дорогим чеком, и это очень важно, когда говорят, что вот что-то казахское должно быть дешевым или некачественным, это неправильно, да? Типа, ой, это же в Казахстане сделано, что так дорого? Нет, мы не можем конкурировать там с Китаем, с Вьетнамом, с Бангладеш, со странами, которые производят масс-маркет для всего мира. Мы должны делать качественный продукт. То же самое и в ресторане. То есть мы научились работать с хорошими чеками, и потом мы уже сейчас раз еще на ступень спустились, мы делаем там сеть кофеен, да, строим. Если все будет отлично, это будет очень большая сеть, очень успешная. А как вы договорились со Асхатом? То есть это, ты говоришь, 50 на 50. То есть ты зашел именем? Ну, я не знаю таких людей, которые вот мне за имя отдадут половину бизнеса, да? Или половину вложений. Есть такие люди? Если есть, напишите мне, да. Почему? Кто-то заходит интеллектом даже иногда. Да? Да. Не, ну интеллект это другое, да. Если ты работаешь в операционке, я говорю, я не работаю здесь в операционке. То есть ты вложил сюда свои деньги и вложил свое имя? Да. Time I close my eyes.
крепко держите, да, свою аппаратуру? Даже не надо нам показывать, знаешь, всякие 3 секунды, как нам Санжар показал Букаев. Не, то, что Санжар вам показал, это, в смысле, это фигня, вата, да. Да. Че, готовы? А что, здесь можно разворачиваться? Нет, стартануть. А, стартануть? Подожди, да? Там же красный горит. Нет, ну вот до туда доедем. Готовы? Ну, давайте снимем, как Бегут Алибеков нарушает правила дорожного движения. Мамочка, Бегут, я хочу жить! Ладно, я хочу жить. Я не довел до конца. Мама, ужас. Сколько у тебя машин? Сейчас? Не знаю, честно говоря. Ну, в гараже или в паркинге сколько? Не знаю. Ты, кстати, как-то рассказывал мне, что ты свою Теслу заряжаешь в паркинге за счет соседей. Ну, в смысле, соседи в курсе, что ты электричеством пользуешься. Старую Теслу я вообще давно поклонник Илона. И когда там еще много лет назад у меня была Тесла, и все такие, Тесла, фу, там и так далее. Я говорю, вы увидите, пройдет 5 лет, и начнется тотальный электрический бум, потому что ты понимаешь, насколько все вот это ДВСное устарело. И сейчас что мы видим? Там какие-то электрические автосалоны, все выпускают электрические тачки, все их там заказывают, привозят. Это самый быстрый, да, там в мире автомобиль, да? Угу. Правильно? Правильно. Ты можешь заехать там в магазин. Мамочка, да? Нет, Бейвуд, пожалуйста, я хочу жить. Бейвуд, я хочу жить. Ты можешь, короче, Блин, хватит. Там ты можешь заехать спокойно на чемпионат там Казахстана по драг-рейсингу и выиграть все машины. Ну, то есть стать самым быстрым машиной. Это гений Илона. Скажи мне, когда весь мир пересядет на электрокары? Примерно сколько через? 5 лет. 5 лет? Да, мне кажется, 5 лет это... И в Казахстане тоже? Если, то есть, решится проблема с микрочипами 5 лет, если из-за вот этой пандемии все чуть-чуть, ну 7-8, да, из-за вот этой всей ситуации. Тут у вас в Алмате есть какой-то дядя Володя, да, который вот эти микрочипы чинит? Нет, тут... Или дядя Саша какой-то, нет? Не знаю, тут много есть ребят, которые ремонтируют Теслу, там и Алексей Тесла Казахстан, и Вениамин, там, и другие ребята, то есть... Индустрия растет, к сожалению, пандемия это все остановила, да, то есть все было бы гораздо быстрее. Но электрические автомобили это, ну, это все, то есть уже бесполезно сопротивляться, то есть ты, понятно? Слушай, ты можешь не смотреть, да? То есть ты включил автопилот, да? В Америке уже есть без водителя такси, да? Да, такси. Беспилотный то такси. То есть ты просто садишься в Теслу. Извиняюсь за музыку, да. Ты садишься в Теслу, и она тебя везет. Ты не пробовал это уже? Не обязательно Тесла, может быть, это может быть любой автомобиль практически. О, сори. Да ладно, ничего страшного. Закрывай. Я к автомобилям отношусь утилитарно, поэтому ничего страшного. В смысле, я не страдаю, если что-то происходит. Слушай, вот эти вот наклейки, да? Ты все время меняешь цвета. У тебя всегда вся она машина... Она в оригинале красная. Да. Она в оригинале? Это оригинал? Да, но это матовая пленка. Это же пленка, да. А в оригинале красная. Слушай, но ты всегда обклеиваешь машину, то есть ты ее используешь как... Рекламу. Площадку для рекламы. Ну, почему бы не использовать самый быстрый чемпион Казахстана по драг-рейсингу как твою рекламу? Машина Бейбута Алибекова, ее всегда видно издалека. На всех? Ну ладно, практически. И тебя потом караулят, да, люди? Да, приезжают. Иногда они караулят. Я же, причем машины, там водитель ездит, там, может, родители мои, там, Марко, да. Мама может ездить на твоей машине? Нет, конечно. А кто, папа? Да, папа, братишка. И, конечно, они их караулят, да, разочаровываются. Ты, кстати, родителей вообще не показываешь практически? Нет, показываю. Просто они не любят такое. All of food. Да. Бай Алибеков. Слушай, ну здесь ты уже вставил свою фамилию. Почему опять же? Потому что тут я главный партнер, да? То есть там мы в пополаме, да? И если там будет там All of Coffee, да? Они тогда станут автоматически младшими, да? А мы уважаем друг друга, у нас есть там концепция 727. У нас самая продаваемая футболка – это Алма-Ата А727. И мы решили на этом сыграть. Здесь я более главный партнер. Но я знаю, что вы открываете это с Тимуром, да. С нашим общим другом. Да. То есть это его идея была? Идея наша общая, опять же, он эксперт большой в том, чем занимается.
Помимо него здесь есть еще ребята, тоже мега-эксперты, наши партнеры. И мы вот втроем, именно на первой локации, пытаемся опять же запуститься, вывести быстро модель и быстро начать мультиплицироваться, потому что мы считаем, что мы будем делать хороший продукт, который будут покупать. Здесь раньше был Black Star, да? Да, да. Мы можем зайти наш... посмотреть? Я не знаю, там стройка. Давай посмотрим как раз. Здрасте. Здрасте. Там прям, смотри, грязно. Прикольно. Это у вас сейчас ремонт идет? Да. Еще не начали или уже заканчиваете? А, уже заканчиваете? Слушай, дизайном сам ты занимался или... А это, в смысле, вы для нас стол сделали? Настройки. А, это для нас? Это настройки стол для нас, понимаешь? Супер. Да. Вода только не самал почему-то, смотри. А? А, здесь классно. И с этой стороны можно зайти, и с той стороны. То есть зайти. Тут там, и там летка получается, да? И здесь очень атмосферно, обрати внимание. То есть тут прям... Слушай, я первая, получается, пробую твой бургер? Ну, одна из первых, да. А кто первый еще пробовал? Ну, уже пробовал из известных людей. Алишер Рекбаев пробовал. Mm. Мы хотим делать казахский бизнес, казахский бренд. Мы планируем его открывать за границей. У нас уже есть локации, обговоренные в других странах. Почему? Потому что я не понимаю, зачем возить Мираторг, когда наше мясо, оно самое топовое. Я в Турции недавно был очень долго, я не мог поесть вкусного мяса, даже в самых дорогих ресторанах. Я думаю, особенно это жанаркинское мясо. То, что мы... и кумыс, да? То, да. Что мы можем продавать, делать качественно, классно здесь, для нас это очень важно. Ну, я думаю, это то, чем мы должны все будем гордиться. Чья да. это была идея? Твоя или Тимура? Моя, наверное, в первую Твоя? Очередь. Да. То есть ты подошел к Тимуру и говоришь, что мы должны бургер? Всегда находить тех людей, которые лучше нас в тех или иных вопросах, экспертов, да, и работать вместе с ними. Все очень просто. Я могу сделать бренд, нам Апазов нарисовал стиль, код, и мы надеемся, что с этой первой локации, локация топовая, Достык Плаза, классная атмосфера, внутренний двор, наружный, большой ресторан. Я думаю, слушай, что... ты медленно, но верно уходишь в общепит. А, медленно, но верно, весь город заполоняют надписи «Олов». Мне что это... за амбиции да. у вас, Бейбит Алибеков? Я хочу делать казахское. То есть я хочу, чтобы мы гордились нашими собственными сетями, а не импортными, чтобы мы шли... А когда это появилось желание? Как я развелся. У меня пришло понимание того, что я должен приносить пользу обществу. Слушай, ты сейчас стал меньше брать интервью. Почему? У тебя не хватает времени? Нет времени. А на что, что у тебя занимает больше всего времени? Дети. То есть с детьми ты каждый день? То есть ты их утром забираешь? Ну, они... половину времени со мной живут. Вот мы целый день, ну, мы часто что-то делаем вместе. А работа сколько времени занимает? И на что именно ты тратишь свое время по работе? Ну, вообще по-разному. Я сам, ну, то есть расставляю приоритеты, когда что-то мне нужно конкретное. Ну, вот у меня есть четкий график, да, тайм-менеджмент там на несколько месяцев вперед. Я знаю, когда, в какой день, в какой час, что я делаю, да. И с тобой я договаривалась тоже там за месяц вперед. То есть у тебя расписано все? Или как-то вот так вот утром проснулся, Милана тебе так, Бейбут, сегодня мы не, продали. Он не мой ассистент. Да? А кто да. твой ассистент? У меня нет ассистента, они не выживают. Не выживают? Ну, не вытягивают. Почему? Я много работаю. Мне кажется, вообще со мной тяжело. Почему? Я много работаю, я очень требователен не только к себе, но и к окружающим. Ты можешь быть вспыльчивым? Наехать на человека. Могу. Можешь? Накричать. Ну, не так. Раньше мог. Сейчас чуть-чуть. Уже нервы не те. Нервы стали тоньше. Да. Ну, с возрастом понимаешь, что да. А потом ты можешь извиниться, да? Я сразу извиняюсь. Мне не сложно извиниться, если я понимаю, что я не прав. А будучи женатым, мне не сложно извиниться, если я даже понимаю, что, что я прав. Ты прав, да. Но ты можешь подойти и извиниться. Да. Слушай, ну это хорошее качество. А сколько человек у тебя работает сейчас в команде? Да не знаю. Ну, то есть зависит от бизнеса. Сейчас уже нет как такового, что на меня работает большое количество людей, там я владелец бизнесов, я уже вышел из этого. В основном я работаю сам на себя. Ну не один же? Нет, не один.
Но у тебя есть желание, там, не знаю, попасть в список Forbes? Нет. Быть там на обложке Forbes? Нет? У меня есть желание приносить пользу людям. То есть там перевести книгу Илон Маска на казахский, да? Ну, я же первый перевел вот такую литературу, да? Сделал проект, там, с Маратом мы сделали. Я гордился этим. Ну, то есть, и все книги проданы. Если в Казахстане благодаря моим книгам хотя бы 1% из тех, кто прочитал, вдохновятся и станут как Илон, да, я буду очень счастлив. То есть, это относится ко всему. Я хочу делать продукты, которыми люди будут гордиться. Слушай, я вот хочу с тобой все-таки поговорить на тему того, что в мае были слухи, что тебя вызывали на какой-то допрос. То есть, это было? Да. Но все нормально. То есть, ты как свидетель, да, я так понимаю, проходил? Да. В целом по делу о беспорядках вот масса. То есть тебе были вопросы, потому что ты был на этих, ну, то есть во время этих событий на площади? На площади я не был. Но вопросы были. Ну, не только я ходил. Почему так долго идет расследование? Они хотят прям полную полноту и увидеть картину всю понять. Картину, да? Да. А почему вот вышла такая информация, ну, которая, честно говоря, била по твоей репутации? Ну, в целом, ничего страшного. Зачем мне опровергать то, чего нет? Это лишний повод давать какую-то там пищу. Ну, неприятно же ходить на допрос, там, отвечать на вопросы. Ну, когда ты понимаешь, что это нужно для того, чтобы все-таки наступила там справедливость и нашли и наказали там реальных виновников того, что произошло, мне кажется, что это такое. И тут, ну, практически большое количество людей сходило на эти допросы. Ну, то есть это не воспринимается как что-то с чем-то, да, то есть мы... Но только твоя фамилия прям так громко была везде. Ну, потому что, наверное, я немного популярен, ну... Ты не анализировал вообще вот то, что произошло вот с Исентай Сити? Или вот это, вот эти события, у тебя не Мишель Жас сейчас? Я не знаю, Мишель Жас сколько, какое время? Мишель Жас это 37-38. Просто по-разному говорят, некоторые говорят 36-37. Ну, я считала 37-38. Да, потому что некоторые считают там с первого года рождения, некоторые считают, что Мишель наступает там с нуля до года. Да. Поэтому такой спорный момент. Лет? Мне 37. Ну вот получается, либо 36-37, но в любом случае 37-38. Не думал о том, что, возможно, это просто какие-то испытания? Ну, любая вещь, которая происходит в твоей жизни, я безусловно воспринимаю ее как испытание. Это вообще никто не замечает, да? Я тебя знаю давно. Угу. Я знаю, что, ну, ты человек, да? Мы видим всегда жизнерадостного, позитивного, делового Бейбута Алибекова, да, который там строит свою империю, бургерные, кофейни, там, одежда. Но ты же человек, и ты не можешь быть просто спокойным, знаешь, там, стрессоустойчивым, да, когда, ну, какие-то такие события, да, там, условно. А ты знаешь, я всегда очень позитивно смотрю на мир. То есть я, когда есть люди, про которых я говорю, блин, из-за вас нам пенсионный возраст будет повышать, наверное, до 100 лет, да, которому там 75, там, и они такие живчики, у них энергии больше, чем у тебя. И ты спрашиваешь, в чем ваш секрет, они все говорят, мы просто на позитиве. Я стараюсь этому соответствовать, не всегда получается, тем не менее, я всегда, ну, то есть, я всегда ментально и внутренне настроен на все хорошее. То есть, красота в глазах смотрящего, да, ну, тоже такой, не слушай, знаю, ну, я знаю, обыденность. Что это же все время быть на позитиве тяжело. Я сама позитивный человек, но, знаешь, я иногда домой прихожу, я хочу просто не улыбаться, быть просто человеком. Я позитивно смотрю на мир. Вот мне сказали там условно, все, жена Казахстан, да, я такой, вау, классно. Я в это верю, да, я хочу верить в то, что в нашей стране все будет классно. То есть, потому что мы действительно 30 лет, ну, кстати, с разным успехом, да, в какой-то момент мы же все верили, думали, что все будет классно, затем... Вся эта ситуация, и все становилось только хуже, и, казалось бы, нету просвета ни в чем, да. Что мы думали раньше, что, допустим, им принадлежит вот все, да. А январские события, и потом жена Казахстан, и все, что происходит, показалось, что им принадлежит не все, а абсолютно все. Даже какие-то мелкие вещи, о которых ты не задумывался, да. И сейчас... Мне кажется, в Новом Казахстане перед тобой открывается большое количество возможностей,
тем, как некоторые говорят, и сфер, в которых ты можешь работать теперь? Слушай, ну из старого Казахстана у тебя много друзей. А ничего же не произошло, мы же все такие же люди. Просто, ну вот, модель должна поменяться. Тимур, можно потише? Что происходит? Почему ты завален бумагами? Как что? График, спасибо. График съемок готовим, отчеты. Думаешь, так легко, только от одного графика съемок голова кругом идет. Тимур, 21 век на дворе. Битрикс 24 рулит. А что такое Битрикс? Битрикс 24, Тима, помогает бизнесу работать. Здесь удобно выполнять совместную работу, проводить видеозвонки, общаться в чатах, вести онлайн-документацию и учет своего рабочего времени. С командой обсуждать задачи и проекты. Битрикс – это новый уровень совместной работы. Задача, поставленная Битрикс 24, это выполненная задача. Все сделано? В одном из интервью ты сказала, что ты продаешь с самого детства в Кызылорде. У тебя был ларек или магазинчик? Даже не в Кызылорде, я-то жил, я все-таки с Алматы, да, как бы тебе это не нравилось. И родители моего мать родились, но мой Аташка с папиной стороны Чешка, они, да, с того региона, с области даже, да. И там, и в Алмате я, будучи абсолютно ребенком, торговал на Арбате, там. Папа, помню, приехал с Сахалина, привез бич-пакеты. Тогда мы не знали, что они вообще так называются, какая-то лапша. Мы попробовали, отвратительно. И я пошел на Арбат, ее продал. И... Здесь, на Арбат, в Алмате? В Алмате, или... да. И... А в Кызылорде что ты продавал? Там был Орек, я там тоже торговал в 7 лет. Я газеты продавал в Алмате, мыл машины. Ну, всегда... Короче, в твоей жизни ничего не поменялось, потому что ты до сих пор торгуешь? Да, ну и мне кажется, я хороший продажник в целом. Да. Да. Что главное в продажах? Потому что... Слушай, ну, делать бизнес только на футболках, да, это на самом деле такой рискованный, да, бизнес. Я же с детьми общаюсь, и они говорят: пап, ну ты одеваешься, ну не очень. А я одевался как, ну там, пиджак в клетку, да, там, рубашка и так далее. Они говорят: сейчас в моде кроссовки, дропы, там, коллаборации, интеграции. Я такой, типа, а интересно, я что должен делать? Они говорят: ну иди в Сакс, купи футболку. Я там покупал футболки, и потом я купил какую-то дорогую футболку, хотя с 50% скидкой она стоила типа 150 тысяч тенге. Это тогда еще, сейчас-то курс другой. Я говорю: ну теперь я модный? Они говорят: ну теперь да, ты неплохо. И я ее один раз поносил, принес химчистку, и она разошлась. То есть принт разошелся. Я такой, типа, что-то не так. Типа, что-то... То есть неужели весь бизнес построен на том, что здесь написано какое-то название бренда, и типа все. И оказывается, действительно так. То есть ты должен делать качественный продукт, но должен быть при всем при этом очень хороший бренд. То есть ценность того, что ты продаешь, всегда должна быть выше твоей цены. Люди видели, что я очень много занимался благотворительностью. Там мы раздали там почти 30 тысяч продуктовых наборов в пандемию, собирали там деньги на концентраторы. До этого занимались там, ты видел только что там всякие мои грамоты, призы там от разных благотворительных компаний. И я такой, ну, наверное, люди мне доверяют и хорошо относятся, да, я, почему нет, почему бы не выпустить бренд, связанный с тем, что я люблю, с тем, что я делаю. Слушай, но у тебя еще все хорошо со вкусом, я хочу сказать, да, потому что я помню, ты у меня как-то спрашивал, кто в Казахстане шьет классные футболки, футболки ты хотел, я хотел потом тогда куртки, только делать, да. Какие-то жилетки, но кто вот это все разрабатывает? Это я в Word. Правда? Да. Даже сначала не в Word, а в заметках. Вручную. В заметках. В заметках в айфоне. Затем в Word. Я так пишу, и все, я даю на печать. То есть у тебя нет графического дизайнера? Зачем он мне нужен? Нет? Нет. А кто тебе подсказал, что надо делать футболки с ру? Смотри, как вообще изначально все было. Мы же, вот это слово дроп, да, какое-то модное. Что такое дроп там, да? Ты не знаешь, что такое дроп? Ну, типа, это что-то, что вот делает какой-то бренд, коллаборацию, и все там стоят в очереди. Я такой, кто у нас самый люксовый, модный, классный? И Синтай Молл, да, где мы сейчас находимся. Я говорю: ребят, ну, типа, давайте сделаем у вас продажу первого дропа. Мы выпустили 300 футболок. Они выделили personal shopping, вот эту зону. И, естественно, я, ну, это понятно, что я там популярен, но в основном я уговорил всех своих друзей.
прийти. И они пришли и все выкупили. И я такой: это самый успешный дроп. Я красавчик. Посмотрите, какой спрос, да? Хотя, конечно, ну, то есть всегда тебя в первую очередь должны поддерживать родные, друзья, близкие, да. Должен понимать, что ты делаешь. Неважно, ну, то есть продукт продуктом, да, то есть мы стараемся, мы делаем в Казахстане, мы не привозим, там, некоторым не так обидно, когда люди пишут, там, вот, привезли какие-то, там, с Китая взяли футболки, или, там, с Вьетнама, с Бангладеша, там, и наносят надписи. Вообще не так. Это большой, сложный технологический процесс, который я знаю, и который, на самом деле, не такой уж простой. Любой процесс непростой. Ты производишь на фабрике, где производится бренд Мимиорика. Они даже сейчас переехали, потому что у нас большой настолько... А такой большой объем опечатали? Большой объем того, что мы делаем. Сколько вы футболок в месяц продаете? Не знаю, сейчас у коллег спросим. И смотри, я же больше про маркетинг, про вот это все цифры, это вторично. Для меня это было колоссальное, гигантское признание. Почему? Модный сейчас рук. Жалаир. Да, очень актуально, кстати. Да, очень актуально. Даже если вы не жалаир, вы можете носить футболку жалаир. Да, и вам будут... Ты, кстати, какого? Какой у тебя рук? Я Конрад. Конрад. А ты знаешь все своих 7 прадедов? Мне кажется... То есть, вот, да, конечно, знаю. Более того, я даже знаю до того, кто вот начинал наш подрод. Кто? Это Хороша. Вот я сам Хороша, Конрад. Я, конечно, все знаю. Почему? То есть, это не трайбализм. Смотрите, я был против изначально, потому что я не очень это понимал. Мне Руслан Берденов, мой сосед, он мне говорит: выпусти футболку Конрад. Потому что он сам Конрад. Ну, естественно, да. Я тоже Конрад, да. Я выпустил футболку Конрад через боль, я не хотел это делать, но я сделал стильно. То есть ты видишь написание рода, здесь, да, оно много написано. Здесь тамга, да, здесь история, боевой клич, да, там какие-то, возможно, иногда известные персонажи, да, победы. Я сделал все модно, флаг Казахстана, и... Это же круто. Это разорвало рынок. Но это благодаря Руслану Берденову получается? Просто разорвало рынок, и я такой: опа. А я же такой, типа, да. Это интересно. Но... Деньги ты любишь. Хоть ты и сопротивляешься. Нет, дело не в этом. Смотри, тогда как. Вот когда люди говорят, вот лень, да? Почему люди ленивые? Потому что они не видят смысла в том, что делают. Когда люди видят результаты своего труда, они будут работать... Хоть сколько угодно, у них будет энергия, им будет это нравиться, понимаешь? И здесь то же самое для меня, как для бизнесмена и в то же время человека из мира, там, журналистики, инфлюенсера, для меня спрос. Я взяла жалоя. Да. Мне прям тянет. Она же как бы, это же наводка, да. И вот этот... Нет, я аргынка. Где, кстати, аргын? Аргын все раскупили. И когда ты бизнесмен, да, то есть лучшим... ориентиром твоего успеха для тебя и востребованности будет там какое-то количество продаж, количество денег, стоимость твоего бизнеса. All off. Многие не понимают, что здесь написано Алибеков. Да. То есть как-то ты вот умеешь шифровать себя везде, знаешь, там на машине, в бургерной, в кофейне, да? Для тебя важно, чтобы везде была твоя фамилия? Нет, это смотри, это не культ личности там какой-то, да? Там, то есть, это про личный бренд. Это... Меня это триггерило изначально с точки зрения того, почему казахская фамилия не может быть названием кафе. Почему Новиков может быть, а вот Алибеков не может быть? А чем мы хуже? Да, друзья там прикалывались, но тем не менее, ничем не хуже. То же самое зашифровано здесь. То есть почему мы можем носить каких-то итальянцев, да? Причем самое интересное, всякие отъявленные гомофобы. Мои друзья носят все вот эти Дольче Габбана и так далее. То есть я ничего против не имею, но они же носят это. Носят типа с гордостью. Там у меня Дольче, там Версачи и так далее. И, сколько стоит футболка? К сожалению, мы подняли цены до 20 тысяч тенге. Угу. Ну, знаешь, в сравнении с теми же самыми Баленсиага, Дольче Габбана, к сожалению, стоит 200 тысяч из-за девальвации, в сравнении даже с брендами среднего сегмента, мы сейчас стали дешевле. Потому что ты ткань сам выбираешь? То есть ты приезжаешь на фабрику, ты выбираешь ткань, эскиз ты тоже рисуешь сам. Скажи вот честно, первую футболку ты просто принес свою какую-то футболку фирменную и сказал: снимите лекала? Потому что Пашу мне говорил о том, что они, когда делали Blaster Wear, они просто свои вещи несли. Я так поступаю, я даю, но нет, это лекало мы совместно разрабатываем. Угу. Но иногда ты присутствуешь делал. Все время на фабрике, то есть ты на фабрике не присутствую, она далеко от Алматы. Угу. Да.
То есть я не езжу, я не отсматриваю, у меня есть для этого уже специально обученные люди, коллеги мои, которые гораздо больше, лучше меня уже в этом разбираются. Ну скажи мне, у тебя есть какой-то, я не знаю, там, KPI, да, который ты ставишь перед своей командой, что условно вот мы должны в этом месяце или там в этом квартале продать там 1000 футболок? Смотри, у меня много планов, много KPI, да, я уже должен был одежду, по моему плану, мы ровно перед пандемией запустились. По моему плану, я уже должен был и в Лондоне торговаться, и там в Москве мы должны были. Но пандемия пришла, там, январские события, сейчас война идет, да. То есть, ну, к сожалению, планы — это такая вещь. То есть мы, да, на что-то ориентируемся, но, тем не менее, мы обычно уже исходим из краткосрочного планирования и из того, что у нас есть. Потому что не нравится, что у тебя здесь, знаешь, все по кайдзен? То есть тут же, короче, присели, интервью записали. Я не знаю, что такое вот технологию кайдзен, к сожалению. Да, это когда, знаешь, да, все работает. Знаешь, каждый квадратный метр работает на тебя. То есть ты сюда приходишь, вот у тебя диванчик, ты полежал, здесь же провел интервью, тут же провел совещание, да, в этой комнате. То есть ты любишь, чтобы меньше было телодвижений, да? Я люблю эффективность. Ну, чтобы каждое твое действие было максимально эффективно. Ну, для меня это очень важно. А во сколько очень ты просыпаешься? Я не знаю, то есть это зависит от дня. Ну, то есть от, у меня нет как таковых установленных биологических ритмов. То есть у меня нет такого, что я иду там в 10 спать, в 11, в 5 утра. То есть это абсолютно вообще не важно. В любое время? Я могу в любое время проснуться, в любое время заснуть. В любое, все зависит от ситуации. Тебе не бывает, что ты устал просто от работы, от всего, нет, от нагрузки? Знаешь почему? Потому что я вижу результаты того, что я делаю. Знаешь, я устаю на отдыхе. Я заметил. Да? Как только я начинаю отдыхать, я там начинаю уставать, потому что я не перестаю в какой-то момент получать удовольствие. Потому что мое удовольствие – это то, чем я занимаюсь. Я заметила, что на отдых ты всегда ездишь с детьми. Да, потому что один... И ни разу не увидела, что ты поехал с девушкой? Ну, потому что я не вижу смысла... То есть... Тратить деньги на каких-то девушек, когда у меня есть дети. Ну, почему бы и нет? Ну, я не вижу... То есть для меня это самое большое счастье в жизни – это дети. Да? Когда говорят, что мужчины не мотивируют детей, наверное, это неправда. Потому что все, что я делаю ради детей. И я хочу проводить с ними как можно больше времени. И если я иду на отдых, и при всех прочих равных я хочу ехать с детьми, мне с ними классно, клево. Они получают эмоции, которые пролетят с ними всю их жизнь. Да? Понятно, что я много с ними времени здесь провожу, но я могу с ними месяц провести здесь и при этом уехать даже на отдых на 3 дня. Бывает так по делам. Я говорю, полетите со мной в Ташкент. Они говорят, ну давай. И для них это эмоции до сих пор на всю жизнь. То есть это то, что они приносят через года. Ведь путешествия, они же делают твою жизнь длиннее. И мне кажется, что вот я хочу эту культуру и в своих детях отложить, чтобы... Для них не было проблемой даже взять их в командировку, допустим. Почему нет? Правда, ну, как бы, мои друзья меня не все любят, они такие, бей вот из-за тебя, нам жены вечно показывают, ты там с детьми, здесь с детьми. Я говорю, скажите это, потому что я развелся, вы-то еще женаты, и у вас все нормально, да. Я был на родах, на двух прям плотно был, и какой-то человек там вылез, оказывается, я к этому имею отношение, да, он там плачет, у меня слезы. И потом, прикинь, этот человек, он растет, и он такой, папа? И я такой, какой тебе папа? Я еще пацан сам, вообще не называй меня так, не позорь перед людьми. И он так быстро растет, а сейчас он ростом выше меня, прикинь. И он меня уважает, и со мной общается, и у нас классные отношения, потому что в его возрасте... Ну, я был не очень. Ну, потому что это переходный возраст, да, и это всегда так, начинаются конфликты. У нас нет конфликтов, у нас есть понимание, пап, пойдем трек запишем вместе, пойдем там зачитаем, что баскет это, увидимся, что, как там этот, вы видели, девчонка моя вот это. То есть мы классно общаемся с ним, я кайфую от этого. Это дарит тебе больше эмоций, тебе и твоему сыну, чем любой Лего, iPhone и так далее, и так далее. А поэтому, плюс ко всему, знаешь, самое главное, да, вот у нас говорят, типа, ты родил там 3 дочерей, попал в рай, да, родил сына, получил бессмертие, да? Ну, особенно возвращаясь к нашему древу, к щежре. На самом деле, самое главное, что для меня, что скажут, мы же все здесь гости, да, что скажут о тебе после твоей
смерти, да, и не даже все какие-то люди, там, хейтеры из Инстаграма или даже твои поклонники из Инстаграма, а самое главное, что скажут о тебе твои дети, возможно, твои внуки, если тебе повезет, правнуки. И для меня это всегда очень важно. Я уверен, на сегодняшний момент я очень уверен, что мои дети, ну, скажут про меня только хорошее, потому что они видят то, чем я занимаюсь, они со мной соприкасаются. И это важнее всего, что происходит. Потому что если, вот сейчас там жена Казахстана, да, мы раньше думали, что эти люди хоть чуть-чуть бизнесмены, да, ну просто какую-то тему они словили, а оказывается, они просто, там, просто им давали деньги там с банка какого-нибудь, да, и они просто вот эти деньги себе забирали, это, представляешь, это, ну, там, коррупционеры, там, воры какие, да, и так далее. Это же ужасно. Слушай, ну, а сейчас это... мы же видим, есть карма, и люди расплачиваются это здоровьем в том ужасно, числе. Представляешь? А он может тоже, там, ради своей жены, там, у которой, там, 12 машин, 15, он может ради нее, ради детей, думал, это вообще путь в никуда. Нужно понимать, ради чего и для чего ты живешь. Я понимаю, что это трудно. То есть, ну, мы все там задаемся какими-то вопросами. Бейбет, смотри, вот ты говоришь очень много про детей. Дети вырастут, и они скоро начнут жениться, да? У нас дети почти там старшие ровесники. Я так хочу внуков. Слушай, ну, а ты не думаешь о себе, о своей личной жизни? С кем ты будешь встречать радость в старости? Старость, да, или радость? Старость, надеюсь, со своими внуками. Радостную. Или же тебе было так сложно пережить развод, что ты боишься просто снова заходить туда? Наверное, я живу с какой-то травмой, потому что в целом я боюсь... Я начал как-то вот... даже побаиваться где-то женщин, да, особенно каких-то, которые мне нравятся, красивых, там, и так далее. Я там вижу красивую девушку, что-нибудь не то могу сказать, да, я не знаю, как это происходит, самому произвольно. И, наверное, какую-то травму я получу на этот счет. Это же, ну, всегда, наверное, ну, не так уж легко выходить из каких-то таких достаточно крепких семейных отношений. И я уверен, что у меня все будет отлично. Все будет хорошо, я встречу... У меня причем идея, что когда у Айтуара ребенок появится... И у тебя появится. И у меня появится, и у меня будет внук с сыном дружить, короче. Ну или там внучка с дочкой. Но я просто сдавал, короче, на анализ. Извиняюсь за подробности. Все нормально у тебя там с клетками? Да не, не с клетками. Короче, я сдавал, и я говорю, а там вообще кто, пацаны или девчонки? Там говорят, одни пацаны, короче. Бейбут Алибеков через 10 лет живет в Казахстане? Ну, хотелось бы. Не хотелось бы, чтобы здесь что-то такое произошло, из-за чего мне пришлось бы покинуть свою страну, потому что я ее капец люблю. То есть ты не представляешь, сколько у меня было вариантов переехать куда-нибудь. Меня приглашали туда, сюда, меня до сих пор куда-то приглашают. И я вообще не хочу, прям не могу. А ты бы хотел бы стать акимом города Алматы? Нет. Почему? Мне кажется, акимом должен быть человек очень хозяйственный. Ну, у тебя с хозяйством все хорошо. Мы сегодня посмотрели все твое хозяйство. Я вижу идеальный порядок. Ну, во-первых, не все. Я вижу системность. Я... Как сказать? Это очень тяжелая работа. Ну, ты бы справился, мне кажется. Жизнь показывает, что не так уж и легко. То есть можно сделать... Можно тратить деньги абсолютно неэффективно. Можно тратить деньги бесполезно. Бейбут, я думаю, что твой потенциал можно использовать для блага всего... города Алматы. Я считаю, что мой потенциал уже используется вовсю. Почему? Потому что благодаря ТикТоку я стал там популярным глобально, и меня перепощивают все в мире ресурсы, от 9gag там, до всех остальных. И в Турции ко мне подошел араб один, и он говорит, ты знаешь, я из-за тебя планирую ехать в Казахстан. Ну, там пофотались. Он говорит, потому что я посмотрел, там так круто, я смотрю на твои ролики, и там так классно. Ламборгини стоит там 500, по-моему, тысяч долларов, да?
Ну, я не то знаю. Как ты это делаешь? То есть ты покупал, когда-то купил дорогую машину, да, там у тебя были деньги, у тебя было радио, еще что-то. То есть ты начал их просто менять? Или, то есть ты... Я не понимаю суть вопроса. Суть вопроса в том, что каждый месяц у тебя новый автомобиль. Ну, навряд ли у меня каждый месяц новый автомобиль. Я был бы рад такой, как сказать, такой кратности. И я всю жизнь зарабатываю на рекламе, да. То есть почему там у меня это хорошо получается? Потому что я с 16, с 10 лет я работаю в медиа. Я даже раньше тебя пошел на 31 канал. Давай не будем. В 10 лет я устроился 10, на 31 канал, там вел программу «Карусель». Тогда меня принимала, еще, по-моему, Дана Арманбаева была. И затем я в 16 лет там открыл ивент-агентство, работал на радио «Шахар», там сейчас это Energy, вел шоу с диджей-снайпером. И в целом я всегда в медиа, всегда в ивентах, всегда пытаюсь зарабатывать, что-то делать. Рано или поздно, ну то есть это рано очень начало приносить свои плоды. Самое смешное, что в 16 лет моим спонсором Last Summer Night, фестиваль хип-хоп-культуры, была гражданская партия Казахстана. Ну, какой-то бред, то есть, ну, вот раньше вот так было. Они мне дали $300. А сколько лет ты купил свой первый Bentley? 23, наверное. Как-то ты мне сказал, поделился, так как мы с тобой очень часто видимся, ведем мероприятия, ты мне сказал, что твой первый Bentley открыл тебе очень много дверей. Я был очень молодым, амбициозным всегда, и тогда все таскали машины со Штатов. Но было такое золотое время, когда в Казахстан там шли деньги, там кредиты раздавали на остановке. Я вам говорю, это абсолютная правда, потому что там дядя попросил на меня оформить кредит в Альянсбанке. И я помню, прихожу, я говорю, а вы в курсе, что я вообще студент, а у меня бизнес там? Они говорят, да пиши зарплату $7000. Я пишу, и дяде выдают кредит. Ну, то есть, типа мне, конечно, но дяде выдают кредит. Ноль взнос, новый Chrysler Hemi он забирает там за $70000. И дядя забирает себе машину. Я вообще тинейджер. Понимаете, да? Мне не 20 лет даже. Мне дают кредит в Альянсбанке. И вот такое было время, и все таскали машины со Штатов. Я тоже начал. Ты посмотрел на дядю? Да нет, на дядю ты что смотреть, да. Я смотрел, то есть я ездил на Audi сам, мне отец купил Audi. То есть, конечно, поэтому истории там о том, что я там пасовец, наверное, не будет, потому что я жил там в центре города, мне купили какую-то машину, да. Правда, не сказать, что у меня было куча денег, мы с Гургеном, у нас только вот, когда ходили, бедолажничали только на этой Audi. И при этом Гурген себя вел, как будто мы короли города. Мне кажется, Гурген тебя этому научил. Да он вообще научил меня, да? То есть я-то знаю, что он на Жарокова снимает какую-то хату, да? Там еще он боится, что убьют, там его всегда приходится провожать. Но он на Жарокова ест дома лепешку с майонезом, да? Да, пьет дюшес в лучшем случае. Самый пик наш мы идем в Силкой Сити и едим не Бургер Кинг, а Кинг Бургер. Это закос на Бургер Кинг, и это типа круто. Но вот что в нем было, он последние деньги. Я говорю, пойдем пожрем там где-нибудь, пацаны в Узбечку поехали. Он говорит, не-не-не, на последние деньги он идет в Вок-кафе, пьет какой-то там коктейль, показывает людям свои трусы, дисквары, что-то. И всячески изображают очень успешного человека. Он был твоим ментором. Ну, я казах, я и без него справлюсь. Без армян мы тут справимся, кто умеет лучше пыль в глаза пускать. Но в целом, да, конечно, наверное. И мы таскали машины там в США, привозили и продавали, да. Ты потихоньку там привозишь автомобиль, продаешь, и потихоньку у тебя растет та сумма, за которую ты приобретаешь автомобиль. Я помню, GX приехал, Lexus, он обошелся мне в 47 тысяч, и я в этот же день продаю его за 54, то есть плюс 7 тысяч, да, у меня уже 54 тысячи. И вот так это все крутилось. И в какой-то момент я всегда думал, моей мечтой было купить Bentley. Причем, ну, я думал, вообще какой-то старый Bentley, но мы даже толком не понимаем, что такое Bentley. Откуда ты вообще узнал про Bentley? Это же 2000-е годы. Ну, были некоторые богатые люди в городе, которые там показывали там. И вот у меня была идея фикс, короче, привезти Bentley. И
я привез этот Bentley, то есть я отдал все деньги. То есть, чтобы вы понимали, ну, у меня не было никаких денег, да, то есть мы тогда, слава богу, не знали бренды одежды, да, мы одевались там какие-то турецкие вещи, там, Silkway, там, что-то еще. И все деньги я отдал за этот Bentley, да, вплоть до того, что он когда приехал, у меня не было денег его растаможить. То есть я собирал долго, и он месяц был не растаможен. Благо таможенники добрые, они такие: мы не будем это у себя хранить на складе, заберите. Мы забрали это в город, и я месяц там платил за этот Bentley. Но когда я я потом прилетаю с Астаны, помню, стоит вот куча вот этого Toyota, да, там Montero, там что со Штатов возили-то, Lexus, RX, и стоит такой белый Bentley, и я такой... Вау, сажусь, там все кожаное, все такое, типа... У меня, то есть, культурный шок, то есть, я не понимал, то есть, я привык к одному уровню качества. И я не мог поверить, что бывает вот такое качество, когда ты трогаешь, а металл холодный, кожа на потолке, то есть, и у тебя происходит культурная трансформация, да? И у меня она произошла, то есть, казалось бы, какая-то Bentley, какая-то машина, да, но она у меня произошла. Естественно, я начал ехать, меня останавливали гаишники посмотреть тачку, меня снимали на Nokia, короче, я вообще был... Короче, ты стал первым парнем. Меня пригласили на презентацию Porsche, меня начали какие-то часовые салоны звать, а я же там еще, типа, на Меркур заехал, что-то масло поменять, меня уже в базу внесли там, здесь, я уже, короче, то есть люди подумали, что я богатый. А у меня был Bentley, да? Ну, все твое богатство было в Bentley. Да. Стареньком. Ну, он был относительно свеженький. Свеженький он был, да. И вы с Гургеном, в общем, ездили. Нет, Гургена просто... уже в это время пригласили в Астану. не знаю, мамин или кто, в Астану за типа 6 тысяч долларов или за сколько, за какую-то фантастическую зарплату. Ну, то ли то он лепешку ест, майонез. Да, и он с Жарокова прям переехал в Рэдисон. Да, реально, и там 10 лет жил. Но он себя дорого продавал, да. То есть, если бы, наверное, он ходил по Узбечу... Ты себя тоже дорого продавал? Ну, конечно. Потому что это... Я все делаю по науке. Attention, interest, desire, action. Ну, это у тебя в ДНК. Знаешь, мы все делали по наитию, вообще ничего не было. Раньше не было ни международных агентств, ничего. Нам скидывают бриф. Особенно какая-то международная компания скидывает бриф. Там, раньше офисы в Ташкенте почему-то были, кстати, центральные. Я помню, там с Ташкента приходит бриф какой-нибудь, и ты такой: что это значит вообще, эти все слова? И ты начинаешь гуглить все эти значения, что происходит. И вот, да, все. Сейчас я понимаю, что мы все делали правильно. Но тогда мы все делали по наитию. Дорогие тачки — это твое, потому что когда ты завел себе ТикТок и начал снимать вот этот АСМР, и оно начало залетать там 40, 50, 100 миллионов просмотров, я поняла, что действительно, когда человек делает любимое дело, да, у него мне сразу просто залетает. То есть, ну, мужики не... Тачки — это твое. Да, тачки — это практически всех мужиков, поэтому это... Ну, мы не взрослеем в целом, объективно. Прикинь, женщины были бы у власти. Ну вот, не было бы патриархата, да? Ну, скучно было бы жить. Ну, не знаю. У нас, знаешь, у нас всю жизнь патриархат, мне сложно сказать. Я не знаю, что это такое. Да, ну, на самом деле было бы интересно, если в Казахстане там президентом стала бы женщина, и посмотреть, да, на вот эту модель. Например, твоя бывшая теща. Если бы она стала, ты бы смог жить, знаешь, в Казахстане? Наверное, нет. Наверное, меня бы давно бы... Почему? Я, честно, сама Гузель Карагузову люблю. Мне интересно, что люди пишут такие в интернете, типа, он женился специально на ее дочке, а потом развелся и забрал половину ее богатства. Ну, это смешно. Почему? Потому что, ну, типа, от чего, типа, забирать вообще? Причем при разводе я своей бывшей супруге оставил самые прибыльные бизнесы. У нас самое прибыльное — это было агентство. То есть это гигантское агентство, наверное, крупнейшее в Казахстане, которое занимается данным видом услуг. Да, в целом, наверное, одно из самых крупных в Казахстане. Делает ивенты, мероприятия. Да, у нас эксклюзивные контракты Pernod Ricard. Это гигантские деньги, я тебе скажу. И хорошая маржа. То есть мы оставили, я это оставил. Потому что вы вдвоем работали, да, мы, в этом бизнесе? Мы вместе вдвоем начинали. Естественно, там, может быть, я начинал, так как я специалист в этом, да, то есть я занимался этим. Вместе с ней
У нас это очень хорошо получалось, потому что она человек структурный, моя бывшая супруга. Я человек как визионер. Я вижу ситуацию, я пытаюсь... Короче, ты Стив Джобс, она Стив Возняк. И у нас прям вот хороший был здесь альянс. Наше агентство очень показывало хороший результат. Мне удавалось находить классных клиентов, ей удавалось реализовывать все, что мы делаем. Да, то есть, конечно, ее родственники не были в восторге, конечно, когда мы с ней поженились, да, что она там училась в Лондоне и при этом на мероприятиях гладила там какие-то скатерти, там еще что-то. Ну, в принципе, это нормально. Когда ты ивенщик, да, то у тебя нету, то есть ты в 30-градусный мороз что-то выгружаешь, там, и я помню, с подносами мусор собирал, когда что-то не справилось. Это нормально. То есть там нет прям мега-иерархии. Мы все делаем одно большое дело. Одно дело и есть дедлайн, да, конкретный? Есть, а что ты себе оставил после развода? Мы вот распределили, что вот самое прибыльное ей, так как она мать моих детей, также алкогольное направление ей, так как это харам, и, ну, это объективно, да, то есть это сейчас, кстати, следует тогда должное, сейчас это одна из крупнейших компаний в Казахстане, то есть она это все очень сильно развела. Себе я оставил самые проблемные активы, то есть это журналы. И Ферстмак? Нет, Ферстмак мы продали еще в 2013 году. Себе, а что ты себе оставил? Вот эти L'Officiel, все журналы, которые были, и именно наша команда, да, то есть мы же командами расходились. Да, да. Мы взяли самую проблемную на себя часть, вот эту, Digital, ну, потому что мы в Digital эксперты, да, Digital. Все равно потом он перешел, кстати, моей бывшей супруге, потому что это было нелогично, что она ведет клиентов, а диджитал ведем мы. Лучше все in-house. И как можно вообще с тобой развестись, скажи мне? Я у тебя знаю, ты очень хороший, порядочный, честный, добрый. Ты однолюб. Все бы люди так думали. Ты однолюб. Я, честно говоря, да. Ну, ты знаешь, жизнь такая штука, ты ни в чем никогда не можешь быть уверенным, оказывается, да? То есть и у нас, ну, был классный коннект, но сама жизнь... Мне кажется, ну, если Всевышний так решил, значит, так должно быть, я так считаю. Но ты долгое время сейчас... не говорил, да, о том, что вы развелись? Да, я разведен уже 6 лет. Люди говорят там, ой, вон там взять кого-то. 6 лет я не в браке, ребята. То есть, и, кстати, все эти машины и все такое появилось как раз-таки после. Почему? Потому что я себя почувствовал каким-то свободным. Да, первый год я чуть-чуть меня, ну, барахлил. Почему? Потому что, ну, я остался самым проблемным активом. Это L'Officiel, это огромное количество времени, это все занимает, не приносит прибыли, это региональные какие-то радиостанции, не, ну, которые целом я открывал. Тяжело, наверное, было это душевно. Все... Стресс был дикий вообще, да, то есть, и тем не менее... А какой это был год? 16-й. Угу. И тем не менее, вот где-то год я побарахтался, но я понял, что раз мне выпала такая судьба, да, я должен заниматься любимым делом. И я начал диджеить. Вернулся в молодость. Да. Ну, это кризис среднего, да, я не стал покупать мотоцикл. Но начал диджеить, я там начал издавать книги. Я начал заниматься тем, что я люблю. А что, Дана тебя прям держала в каких-то рамках? Или ты должен был соответствовать зятю, депутатам? Ты знаешь, что я, к сожалению, со своей тещей толком не общался. Самого первого. Тем не менее, теща, она же все равно где-то могла. Нет, у нас не сложились отношения, честно говоря, изначально. Да, к сожалению, то есть я не хвастаюсь этим, да, то есть, к сожалению, не сложились отношения с самого рождения моего первого сына. Я помню, там, там вот типа 40 дней или со скольки, у нас не сложились отношения, и наш брак, к сожалению, так получилось, что мы не смогли их наладить, да, и как мне смешно, она там ему что-то... Да я с человеком не общался вообще. Это во-первых. Во-вторых, наше представление о министрах или кем там, депутатах, да, оно немного иногда ложное. Честно говоря, я не назвал бы ее там супер обеспеченным и богатым человеком. Ну, она потому что нормальный, честный человек. Наверное, да. Бургер, кстати, очень вкусный. Да, наконец-то ты это признала, да? Знаешь, он похож на бургер из фарша и похож на бургер из Black Star Burger. Ну, сама атмосфера того, что здесь был Black Star Burger. Нет, потому что он такой сочный и текучий, я бы сказала. Все течет, когда я... Ну, смотри, на самом деле я рад, что тебе понравилось, потому что это отнюдь не финальный продукт. Я сегодня кушал. И это, не было, и это не было прям тем, что будет на финише. Поэтому, когда
если вы будете, это в интервью выйдет, скорее всего, уже место... Вы когда выпускаете интервью? Мы его через неделю. А, ну, еще не откроется, приходите обязательно, я думаю, вам понравится, и вы оцените.